Наконец-то я дома. О, привет, я вас и не заметил. Шутка. Если вы следите за мной в Инстаграме или в других соцсетях, вы, наверное, в курсе то, что вот перед всей этой кутерьмой, перед всей самоизоляцией, карантином и прочими штуками, я уехал из Москвы. Уехал в сторону Сибири и Дальнего Востока и ездил вот по Улан-Удэ, Чите и Иркутску. И вот только сейчас вернулся. И раз уж я ехал, точнее летел из Читы до сюда, до Москвы, я немного еще поснимал, чтобы вы могли сами оценить, какая Москва во время самоизоляции, потому что это довольно редкое явление. На моей жизни это происходит в первый раз вообще. Так что усаживаемся поудобнее, смотрим, что происходит в Чите, как вообще живет Москва, живет ли она, потому что в интернете ходит очень много видосиков и фотографий, то, что вообще перекати поле никого нет. Спойлер, не все так однозначно. В общем, идем гулять по Москве, безопасно, без вирусов, без прочего. Усаживаемся подобнее, не забываем про лайки, подписку и прочее. Давайте начнем с Читы, потому что я вернулся из нее. Там режим самоизоляции ввели 1 числа, 1 апреля, и там сразу поехали машины, которые из динамиков что-то кричали. Я не знаю, они специально записывают все таким голосом, что это невозможно слушать. Потому что абсолютно серьезно, я открыл окно, я пытался слушаться, но это было отвратительно. Я разбирал буквально отдельные слова. Возможно, конечно, виновато еще какое-то эхо от домов, но тем не менее, ты не воспринимаешь информацию. То есть этот способ донесения, он работает плохо. Вот. Также МЧС и другие прислали сообщение, что если я буду нарушать режим самоизоляции, будет штраф там о 40 тысяч рублей. Только я так понимаю, что его не ввели, но тем не менее, это не помешало грозить этим самым штрафом. Что и говорить по поводу самих улиц, там были люди, не были. Были люди, я их видел из окна, плюс мне нужно было кое-куда съездить, я на это все смотрел. Да, на машинах там тоже разрешается ездить. Вот такой парадокс, что выходить там с ребенком гулять нельзя, при этом до ближайшего магазина, но на автомобилях и за город ты можешь ездить. Немного так ломает логику, но тем не менее. И я думаю, по картинке, которую вы сейчас видите, это я ехал уже утром в аэропорт, видно, что поток машин довольно ощутимый, и что люди стоят на остановках, и при том довольно много людей. Со слов местных, конечно, это не обыденная ситуация, потому что чаще всего в это время людей в разы больше, есть даже небольшие пробки, но тем не менее вы прекрасно можете видеть, что люди на улицах есть. Если говорить про сам аэропорт, то там никаких отличий я не увидел. Абсолютно серьезно. Такая же ситуация, как обычно в любом другом региональном аэропорту в это время. Единственное, что в самолете было около 20 пассажиров. И да, я мог спать на трех местах, но по закону подлости я спать не хотел. Бывает же такое, как говорится. В общем, проехал Читу и долетел абсолютно спокойно, без чего-либо. Если бы не сообщение, если бы вот не новости, то можно было подумать, что это обычный выходной. Ну что, вроде как все по-обычному, только очень-очень мало людей, и большая часть стоит просто закрыта. Но, как обычно, вместо табло с расписанием крутят все что угодно, там рекламу, не рекламу, но не показывают рейсы. По курилке видно, что народ особо не соблюдает дистанцию, ну а мы с вами идем на Аэроэкспресс. Вообще не очень люблю Домодедово, как минимум из-за того, что каждый раз, как я сюда приезжаю, тут вечно что-то перестраивают, что-то меняется. Не знаю, закончит когда-либо вообще его ремонт, но... Так, до отправления 11 минут. Ура. 1.5 метра друг от друга. Пока вроде как соблюдается. Хотя... Не удивлюсь, если я пойду один в вагоне. А, черт. Старый поезд. Ну вот. Думал, будет двухэтажный Штадлер. Показал бы вам его. Но, увы. Вообще, что хорошо, в Москве не стали отменять работу общественного транспорта, только вот в нерабочую неделю ездили по графику выходного дня, и это совершенно правильная политика, потому что были города и целые страны, где, в принципе, запретили движение общественного транспорта, точнее, как сначала отменили работу метро, потом ввели правило, что не больше 10 человек на вагон, потом еще что-то, и в итоге это порождало очень много социальных конфликтов, потому что людям-то нужно было ехать куда-то, а ничего не ездило. То, что в Москве, наоборот, все это дело сохранили, это хорошо.
все, что обладает максимальной проводной способностью, нужно пускать, чтобы, наоборот, снизить концентрацию людей в вагоне и как раз обеспечить вот безопасное расстояние друг от друга. Бороться же с людьми в транспорте нужно не методом запрета транспорта, а введением карантина и самоизоляции. То есть бороться не с последствиями передвижения людей, а с первопричиной. Как похорошела Москва на карантине. А вообще я не успел включить камеру, потому что мы проезжали мимо бригады дезинфекции. Получается, что после каждого рейса, видимо, все вагоны обрабатывают. Интересно как, потому что метро или, например, наземный транспорт обрабатывают ночью. А здесь получается после каждого рейса. Я думаю, вы хорошо знаете, насколько я не люблю досмотры на вокзалах, потому что это абсолютно бессмысленное дело и очень дорогое дело. И в случае Павелецкого вокзала есть один только выход с платформ сразу в город. Через парковку он немного спрятан, но тем не менее, вот можно пройти. И в условиях, когда там каждое касание это потенциально рискованное дело, хочется минимизировать контакт с дверьми и всякими рамками, поэтому можно вот выходить здесь. Самый центр Москвы. Обычно здесь в любое время года довольно-таки много людей, но сейчас вы сами все видите. Разве что машины и коммунальщики. Из-за вируса обещали раньше запустить велопрокат. По-моему, уже 15 апреля обещали, что будет половина велосипедов. Но также переградили все общественные пространства, парки, скверы, даже бульвары. И непонятно, откроют ли, потому что здесь сейчас вот цепочка и объявление, которое вы никогда не прочитаете. Потому что... А, нет, прочитайте. А вот так выглядят детские площадки уже ближе к окраине города. Да, они изначально выглядят не очень, потому что вот любят у нас все пестрое и не знают, какие детские площадки надо ставить. Спойлер, я вам показывал очень хорошую детскую площадку, можно посмотреть подсказки, которые сейчас плывет сверху. Но все, в общем, закрыто ленточкой. Теперь давайте вернемся к Москве. В Москве режим самоизоляции, то есть Москва как регион ввела этот режим самый первый. И при том сначала ввели, не очень понятно, как это было оформлено юридически, потому что только сейчас готовят изменения в законы, вводят штрафы. То есть ради того, чтобы Москва ввела и как-то это контролировала, меняют федеральное законодательство. И это очень плохая ситуация и глупая, потому что у нас есть режим чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, которые вводят все ограничения, которые, в принципе, нужны и даже больше. Но есть маленький нюанс. Потому что, когда мы говорим о режиме ЧС или ЧП, там есть жесткое ограничение по времени. То есть все понимают, что да, что-то случилось, нужно вот быстро все решать, нет времени там на какие-то договоры, но при этом через там месяц или два месяца вы должны все это дело откатить. То есть законодатель, когда все это продумал, он специально понял, что нужно это время ограничить, чтобы чиновники, политики не привыкли к полицейскому государству, и все это можно было спокойно откатить назад. А то, что происходит сейчас, к сожалению, не имеет сроков. И вполне возможно, что мы успешно там победим коронавирус. Ну ладно, не победим, но ослабим. И, в принципе, потребность самоизоляции пропадет. Но то, что за москвичами устроили слежку, то, что выходить можно будет только по QR-кодам в телефоне, это очень тревожная новость. И у меня опасения не за коронавирус, за ситуацию сейчас. У меня опасения за то, как мы будем дальше жить. Потому что это очень серьезное вторжение в личные права, в гражданские. И как показывает практика, к сожалению, очень многим политикам, силовикам и прочим товарищам нравится залезать к вам домой и следить за вами. И я думаю, что сейчас это обосновано. Будет ли это обосновано через месяц, через два, через три, через год, непонятно. А то, что это все продолжится, практически наверняка. И я не хочу лично скачивать какие-то QR-коды и рассказывать всем, кто я и зачем я пошел в булочную или в супермаркет, когда такой потребности не будет. Поэтому ситуация очень пугающая. Да, вы могли заметить, что людей на улицах мало,
несмотря на то, что штрафов, по сути, нет сейчас уже. Но, то есть люди понимают, что это необходимо. Но вот, к сожалению, то, что придумывает законодатель, то, что придумывают политики, ничего хорошего нам не сулит. Когда я уезжал из города, конечно, людей было больше. Понятно, что вот все потихоньку к этому шло, что у нас будет такой европейский сценарий, но, тем не менее, ситуация была в разы проще, легче, и люди на улице были. И да, сейчас заметно, что их стало меньше, в разы меньше. И что интересно, Дептранс московский ведет статистику. Например, вот на сегодня, на 2 апреля, они сравнивают вот 2 апреля 2020 года со 2 апрелем 2019 года. И что пишут? На 84% падение в метро, на 75% падение пассажиров в наземном транспорте, 67% это падение в электричках, 63% это падение такси и каршеринга, и 64% это падение от общего количества личных автомобилей на улице. Но хорошая новость, то что аварий тоже становится меньше, аж на 89%. И, кстати, с авариями это очень важный нюанс, потому что, смотрите, система здравоохранения не справляется. Для нее сейчас шоковая ситуация. И логично, что когда у нас идет поток больных с коронавирусом, заниматься жертвами аварий просто не хватает рук. И поэтому, кстати, многие города мира, мегаполисы в том числе, закрывают какие-то улицы, оставляют только проезды для велосипедов или чтобы люди ходили пешком, но соблюдали дистанцию, чтобы люди как можно меньше ездили на автомобилях, чтобы было как можно меньше аварий и чтобы система здравоохранения опять же не нагружалась вот лишними, ненужными совершенно жертвами. И поэтому многие города даже под этой эгидой не только перекрывают улицы, но эксперты требуют и просят, и Всемирная организация здравоохранения, так понимаю, более-менее поддерживает, чтобы снижали скоростной режим. Потому что, когда все города стоят в пробках, это понятно, там люди вроде не погибают в авариях, но когда дороги пустые, очень велик шанс, что кто-то захочет притопить. А как мы знаем, скорость плюс человеческая ошибка равно очень печальным последствиям, чего многие города, опять же, пытаются избежать. Я не успел зайти в метро, но там тоже есть изменения небольшие, потому что разместили через каждое сиденье стикеры, что держите, пожалуйста, дистанцию. И поэтому получается, что все должны сидеть в таком шахматном порядке, но мои чувства прекрасного были оскорблены, потому что не убрали белые уголки. То есть сами объявления круглые, но распечатали их на квадратах. И кругляши красные, а вот уголки белые. И честно, хочется сесть на эти места, чтобы все остальные не видели этого. Понятно, что делать так не стоит. И, да, держите дистанцию и вообще сидите дома, но все-таки лучше делать красиво. Я понимаю, пандемия, она когда-нибудь закончится, а делать красиво, в принципе, дело хорошее всегда абсолютно. Собственно, такие новости, такой я увидел Москву, надеюсь, вам понравилось, и я собираюсь в ближайшее время записать отдельный ролик, что, в принципе, будет с городами после этого вируса, он не первый и далеко не последний, и, как показывает мировая история, все города делают какие-то выводы после этого. И я немного на эту тему пофантазирую, запишу отдельный ролик, и я хочу извиниться, потому что в ближайшее время, скорее всего, я буду работать из дома, студийного оборудования нету, и да, качество картинки и звука, скорее всего, будет ниже среднего, но зато будут выпуски, ролики, и, возможно, даже будет онлайн. Так что, если вы вдруг не подписаны и случайно зашли на этот канал, то подпишитесь, чтобы не пропустить эти ролики, а всем остальным, я думаю, вы прекрасно знаете, что нужно сделать под этим роликом. До встречи, и оставайтесь дома. Пока!